Вот мы стоим уже третий или четвертый день, и мы не ели нормально уже 3-4 дня. Вот ребята, которых бросили просто тупо на пушечное мясо, вот все они тут собрались. Сейчас нам говорят, чтобы мы подписывали какие-то бумаги, типа хотят нас уволить, типа. Завтра говорят, типа, есть, мы будем уволены, а сегодня нас отвезут в ППД. Вот. Никто не согласен с ихними разговорами. Вот, мы все тут стоим уже. Мы сколько уже тут стоим? 3-4 дня мы тут стоим, пацаны. Чисто на сухарях. Нас просто пустили на пушечное мясо, вот. Вот все ребята тут. Еле, кто вырвался, кто остался.